Ага Мухаммед Яхья Хан Кызылбаш. Третий президент Пакистана, этнический азербайджанец. Ага Мухаммед Яхья Хан Кызылбаш родился 4 февраля 1917 года в городе Чаквал, Британская Индия. Семья Яхья Хана имела тюркские корни, происходила из кызылбашских племен, из рода Джаванширов. Закончив университет Пенджаба, Яхья Хан получил военное образование в Индийской военной академии в Дехрадуне и в 1938 году начал службу в войсках Британской Индии. Он был первым орденоносным генералом США, Индии и Пакистана.